Ридван Османов – звезда футбольного клуба «Севастополь». В этот спорт его привел брат в 7-летнем возрасте, а сейчас Османов – один из лучших бомбардиров Крымского футбольного союза. Сегодня он и вся команда ФК «Севастополь» готовятся к предстоящему кубковому матчу. Тренировку нам снять не разрешают, чтобы не раскрыть детали предстоящей игры. Я думаю, это будет очень сложная игра, так как это финал, это одна игра. И наши соперники гвардейцы, ему терять нечего. И они уже вылетели с премьер-лиги КФС. Ну и знаете, против нас все играют, как никогда. Ну, а это тем более финал. Еще один игрок, который, как и Ридван, пошел по стопам старшего брата, Антон Галенков. Его амплуа – полузащитник, который должен уметь хорошо играть как в защите, так и в нападении. В футболе Антон с 8-летнего возраста, его профессиональный стаж – 11 лет. За плечами много игр, но предстоящее, по мнению Галенкова, будет одной из самых сложных и зрелищных. Команда уверена в себе. 4 мая клуб «Севастополь» уже провел победную игру с гвардейцем со счетом 1-0. И все же футболисты просят земляков поддержать их в этот день. Любая ошибка в финальном матче может стоить кубка. В среду 18:00 на нашем стадионе СК «Арена Севастополь». Всех желающих, пожалуйста, приходите, поддержите нас. А кто не сможет, будет показывать прямая трансляция на телеканале XTV24. Прямую трансляцию игры за Кубок Крымского футбольного союза смотрите в эфире телеканала X24 в эту среду 8 мая в 18 часов. Светлана Федодеева, Арсений Скомаровский, Александр Тарасенко. Новости XTV.